Привет, друзья, с вами снова я, Илья Пономаренко, и в этом небольшом видео хочу рассказать вам вот про что. Почему все курсы в записи, которые продаются сейчас на рынке, почему в принципе все тренинги, курсы, мастер-классы в записи очень плохо работают и дают плохие результаты тем людям, которые все это покупают. Если эта тема вам актуальна, если вы хотите реально начать зарабатывать деньги в Германии, кстати, через интернет, прямо не выходя из дома, то обязательно досмотрите это видео до конца и потом решите для себя, что для вас будет лучше. Итак, смотрите, причина, почему все тренинги, курсы в записи плохо работают, состоит в следующем. Все люди, они индивидуальны, они в личностях, да, индивидуальны. У каждого из нас есть разный багаж знаний за спиной, разные возможности, разные навыки. Каждый человек воспринимает информацию по-разному. И что происходит, когда такой человек покупает какой-то там тренинг, курс в записи? Обычно в таких обучающих программах дается вся информация по системе, то есть вот сделай там шаг один, шаг второй, шаг третий, и ты получишь свой результат. Однако могут возникнуть проблемы, когда человек начинает, вот допустим, с малым багажом знаний за плечами, у которого мало опыта или вообще, который никогда ничего не делал в таком направлении. И вот когда он начинает все это внедрять, он начинает сталкиваться с такими проблемами, как вот вроде как делает, да, в курсе, все как описано по шагам, а у него не получается. Или у него возникает какая-то проблема, которая не описана в курсе. Вот он встает в ступор, он останавливается и не понимает, что ему делать дальше. Потому что все курсы в записи, как правило, они не подразумевают то, что создатель курса, автор курса, он будет как-то лично помогать и вести человека за руку по этому курсу. И вот поскольку каждый из нас индивидуален, и в процессе возникновения таких проблем нет какой-то поддержки, нет человека, который мог бы объяснить и показать все, человек, как я уже говорил, попадает в тупик, и в итоге на каком-то моменте он бросает все это дело и говорит, что нет, все фигня, система не работает, и вообще все это обман, и меня надурили. Так вот, чтобы такого не происходило, обязательно нужно идти не покупать не только курсы, но и брать личный коучинг, да, тренера. Вот это все равно, что когда вы покупаете там тренинг или курс записи, да, и хотите чему-то научиться, это можно сравнить, как вот, например, ты хочешь научиться, если там боксу, и ты купил кучу книг, может быть, там пару видеокурсов, ты же не станешь от этого боксером, правильно? То есть тебе нужен реальный тренер, коуч, наставник, который тебя возьмет за руку, покажет, где ты совершил ошибки, скорректирует, как правильно надо делать, замотивирует тебя, если это надо, и тогда у тебя все получится. Тогда ты решишь все свои проблемы, тогда ты сможешь достигнуть поставленной задачи и цели, причем намного быстрее и эффективнее, чем если ты будешь делать это все сам по материалам какого-то видеокурса. Я это говорю сейчас не из какой-то там теории, это говорю на из своего личного опыта, из своей личной практики. У меня тоже было это уже не раз. И когда-то я стоял, вот купил кучу курсов, прошел кучу тренингов, там записи, книжек прочел. Самолетик летит. И всегда, когда я пытался что-то внедрять, я был на каких-то моментах, на каких-то этапах в тупике. Я не знал, как мне делать дальше, потому что у меня возникали некие проблемы, которые не были описаны в курсе, не были описаны в книге, не были описаны в тренинге. И в те моменты я очень сильно жалел, что я решил сэкономить денег, а по сути-то я их наоборот не сэкономил, а потратил больше, потому что я потерял кучу времени, пока я начал искать решение этих проблем сам, да, по бесплатным, может быть, каким-то материалам или покупать дополнительные какие-то курсы, чтобы решить ту или иную проблему. И поэтому, если у тебя стоит задача реально достигнуть своей цели, если у тебя стоит задача реально достигнуть результата и как можно быстрее, вот в сжатые сроки, тогда личная работа, персональная работа с тренером, с коучем, она просто необходима. Именно по этой причине я снял сейчас с продажи абсолютно все свои
видеоматериалы, видеокурсы, видеотренинги, потому что я заметил также у своих учеников такую проблему. Это не только у меня, кстати, это вот и у немцев также, да и у америкосов также. То есть сейчас все идет больше к тому, что те авторы своих тренингов и курсов, которые реально заинтересованы в том, чтобы их ученики достигали действительно результатов, действительно меняли свою жизнь в лучшую сторону, они снимают все свои видеокурсы в записи и предлагают вместо этого личную персональную работу. И я сделал то же самое, потому что я себе поставил цель помочь как минимум 10 тысячам человек по всему земному шару улучшить свою жизнь в лучшую сторону. И я реально хочу помочь вот тем людям, с которыми я работаю. И поэтому я снял сейчас все свои курсы с продажи, я оставил только книжку в открытом доступе, а все свои видеокурсы я теперь предлагаю только через личную работу. И вот если вам, допустим, интересно, как можно... В общем, смотрите, есть два варианта. Это вот в моем случае. Если вам хочется узнать, если вам интересно, как можно создать себе в Германии реальный, хороший, стабильный, пассивный доход, тогда приходите ко мне на бесплатную консультацию, которая вас абсолютно ни к чему не обязывает. И мы с вами пообщаемся, поговорим, я вам опишу варианты, что есть, как есть. И дальше, если вы захотите вместе со мной работать, тогда просто оплатите личный коучинг или групповой коучинг, в зависимости от ваших желаний, потребностей и целей. И тогда мы вместе с вами начнем двигаться, работать плотненько. На данный момент, кстати, у меня есть офигенная программа новая, которая называется «Книжный бизнес на Амазоне в Германии за 90 дней». Программа о том, как создать на Амазоне, прямо не выходя из дома, прибыльный книжный бизнес, который можно выводить на автопилот, полный автопилот, и при этом создать себе офигенный пассивный доход. Вот если такое интересно, тогда кликайте по ссылочкам под этим видео, и там найдете абсолютно всю подробную информацию о том, что это, как это работает, где это взять, сколько это стоит, сколько можно заработать. В общем, все-все-все найдете прямо по ссылочке под этим видео. Если же вы просто хотите проинформироваться, узнать вообще, в принципе, варианты, какие есть, у меня вот лично 7, по-моему, 7 на данный... Сейчас, 7. 7 пассивных источников дохода. Все это дело я описал в своей книге «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Книжку можно приобрести за очень смешные деньги по сравнению с ценностью, которую она дает. Ссылочку также найдете в описании под этим видео. Вот. И вот и все. Основная причина – это то, что отсутствует личная работа, и когда люди сталкиваются с проблемами, когда люди начинают внедрять информацию из тренинга курса в записи и сталкиваются с какими-то проблемами, просто они не могут идти дальше, они не могут решить эту проблему, потому что нет человека рядом, который может помочь, может подсказать, может скорректировать. И как я уже говорил, покупать тренинги курса в записи можно хорошо, может быть, хорошо подходит просто для информационной нагрузки, но если нужен конкретный пошаговый план действий, да, это вот как, я еще раз повторюсь, учиться боксу по книжкам, там, по видеокурсам каким-то, ты не станешь боксером, если ты будешь учиться по книжкам и видеокурсам. Боксером ты станешь хорошим боксером, станешь, или футболистом, то же самое. Можно стать хорошим спортсменом, короче говоря, только тогда, когда у тебя есть хороший тренер, который ведет тебя к твоей победе, да, к твоим целям, к твоим мечтам. И если кому интересно, пожалуйста, в описании под этим видео все ссылочки на программы, которые я на данный момент предлагаю. Смотрите, кликайте, изучайте, ничто вас ни к чему не обязывает. Вот, если кому-то будет интересно дальше поработать со мной вместе, кто захочет достичь реальных результатов, создать себе реальный пассивный доход в Германии через интернет, прямо не выходя из дома, тогда можете записаться на мою бесплатную консультацию, и мы с вами пообщаемся и посмотрим, чем я смогу вам помочь. Или тебе помочь. Спасибо за то, что посмотрел это видео. Если было интересно, ставь лайк, делись этим видео со своими друзьями. И, как я уже говорил, все материалы, все ссылочки по теме этого видео
в описании под этим видео. Кликай, информируйся, узнавай, что есть, как есть, какие варианты. И, может быть, мы с тобой скоро услышимся на нашей бесплатной стратегической консультации по созданию пассивного дохода в Германии через интернет. Или же по созданию пассивного дохода на Амазоне через интернет. Спасибо и до новых встреч. Пока.